Че, ну пуляй. Посмотрим хоть что там. Чердака можешь пулять? Вот тут держи его, вот тут, где я стою, босс. Отсюда приведи сюда и тут просто стой с ним. Нужно защитить оранжерею. Лучше бить на зеленой стороне, так как деревья чаще всего спавнятся здесь. Сюда перейдите все. Сейчас вот мобы большой. Паладин берешь и вводишь вот на грибочки. И все заходите на эти грибочки. Вода. Залить, дерево появилось, быстро дерево. Залить. Переводи на грибочки, вот которые слева там есть. Вот справа еще гриб растет новый. Гнев природы, дебаф из рейда выносить. Не подходите к нему. Поставь его обратно туда, на зеленую. Не надо воду пока ставить. Все время тут тусуемся, на этой территории пока. Через 10 секунд новый пак будет. Будут либо 3 цветка, либо больше, много мобов. Если много, в центр сбегаемся, даем на пулы в пак. Сбегите в центр. Там дерево залить сзади. Дерево быстро залить. Дерево. Вы просто разбегитесь и дайте АОЕ по мобам. Уже убегайте. Просто на ходу добивайте. Времени предостаточно. Сейчас будут три моба. Пало хильте. Ну, тут может не сильно подходит. Дерево убить. РДД бьют хвостоплета, а милики бьют других двух. Плеточники воды, там, дар, дух воды. Косты обязательно кикайте, кикайте кто-то еще в водяном. Идите за ХП, по хвостоплету стопните, дайте по другим дэмэдж. Топните. Их одновременно надо убить. В грозовом. Дерево сзади. Быстрее свичнусь с деревом. Все, сейчас еще раз так же само будет. Разные мобы по одному разу. Время чем отличается, что будет? Там эти вот эти лучи во время боя то же самое, но еще лучи появляются. Появляются корни. И вот этот, который с хопкаста уешит. И там дэмэджа пизда. И ну хп соответственно у босса больше, и мобов больше. Только одновременно всех не залейте. Только одновременно. Просто ранжу набирать. Дерево по центру, дерево по центру. Убить. Дерево не убиваете, то все мобы обхиливаются на фул хп. Что-то обязательно делать. Вот этих мелких можно типа 4-5 за раз сливать. Там урона 2,5. Не, 2000 за каждого улетает. Не знаю. У нас без хардмода 2,5 самое максимальное улетало. А вы хардмод убили его? Нет, мы забили хера. Там слишком до хера урона влетает, и народ не понимает, что делать. Сейчас будет либо три, либо большой. Просто у меня урона по этим деревьям и по корням был топ-1. Как бы народ вообще не дамажил. Тупил. Одновременно убить надо, не забыл. По плеточнику чуть дальше. Там 12 секунд разница есть времени. Но все равно... Сейчас дерево будет.
И фазы, да, все? Нет, еще большой сейчас выйдет. Сейчас еще будет большой мэп. Его по грибочкам надо. Дерево убить. Пиздец, с одного удара тут упитает. Еще по грибочкам и все, и уводишь к реке. Становимся сначала вот так, как метки стоят, только на этом берегу станьте, просто чтобы сразу туда не идти. Ради. Гнев природы, что такое? Это просто выносить. На берег. Просто под гриб. Под гриб станем все, там где никого нет. Сзади тебя гриб есть опять, под... не надо тебе под грибкой. Сзади тебя гриб растет еще туда, видишь. Сейчас тоже дерево будет появляться, смотрите, дерево убить. Все, ставь туда, крик. Все, ставь. Все, бегаем на ту сторону. Стойте здесь. Нет, здесь, стойте. Мы перебегаем, когда появляются эти маленькие корни. Станьте в РДД одним кинком. По-моему, она только бомбы кидала. Что-то все. Нихуя тут, походу, нету, что-то этих видишь. Сейчас должно быть. Просто водить ее кругами и все. Она бомбы эти кидает, они взрываются. Сейчас они даже не появляются. Да, странно. Что, у нас слишком ебнутый ДПС? Да нет. Справа дерево. Покинулись, нет? Ну, зеленая параша на полу. Но... Кругляшки такие, сейчас они просто откинут. Перейдите. На другой берег. О, видишь, и все. Еще больше отойди. Пиздец, блядь, в 25-ке просто оно кидает, нахуй ты переходишь, оно обратно кидает. Тут пиздец, блядь, стояли минуту, били просто. На другую сторону переводи. Тебе не надо водить по кругу, смотри, ты водишь просто от одного берега к другому, по прямой линии. Не надо кругами водить. Милики стоят в черепе, РДД в кресте, оно кинуло, мы перешли на другой берег. Кинуло еще раз, обратно вернулись. То есть мы ходим вот так. Людей кидают. Охуенно, как вы летаете. Одним фреймом встаньте, РДД и Хилл и Крест, вот, перешли на другой берег. Вы просто нет, видите, на земле корни, вот дерево и дерево, и кидать не будет. Она все рипнулась. Понятно, просто на будущее, что по корням не бегайте и кидать не будет. В один фрейм встали, они кинулись, перешли на другой. Кстати, мне токен не нужен, кстати, тебе повезло, кто там шаман. Гораздо тебя получается. Посох только на трансмог, блять, их узнает. Красиво, кстати. Мы можем пойти, хотите пульнуть пойти, типа Торима, чисто чекнуть обычку? Ну, Да, короче, нерф или вот эта херня, которую он, типа, столб заряжает, она теперь не раз в 8 секунд, а раз в 16, как бы, блядь, нормально. И, короче, какую-то молнию ему тоже понерфили, которая часто била. Матернов, ну, это... один раз пульнем, там, типа, 15 минут есть. Бля, хуёшь, если перчатки падают, Т4, сука. Они нахуй не нужны. Там, короче, мобы шаманы есть. Вот вам этих шаманов надо будет в первую очередь заливать, потому что они на себя щит кидают, они еще всякую херню там алпают. Ну и... Смысл мы не успеем. Там бля, там... Территория? Кого? Кого у нас? Давайте на среду, не знаю, в среду попробуем собраться. И хотите, как хотите. Там мобов хотя бы этих двух убить. И расход. Я спать хочу уже, пиздец. Какой трэш вы там будете, который ему чистить? Это вот это, вот эти два моба, вон там ходящие, и все, весь трэш почищен. Да, все, сейчас два моба убьем. В среду уже кто будет там, попробуем собраться. Я уже спать хочу. Я первый час ночи. Даже полутался нормально. Что-то будет. Фрей увидели, на следующем КД будем хремот убивать. Mm-hmm. Там типа вот фазы такие же самые, просто там типа доп бафы у босса. Босс кастует эту хуйню, надо стопнуть каст, а у я дамажит. Лучи появляются, под лучом нельзя не стоять ни в коем случае, сразу же выходить. Нам и типа корни нужно... эти ебаны. Вара? Корни там, фридом хуй. Нужно вары, короче. На танк, ради станка.
Я тоже, да. Я тоже. Типа две шмотки нормально, похуй. Дай портал, Саня. Все, спасибо, пацаны. Все, ребят, спасибо. Шаман, в друзья тебя добавлю, в Абу-Даби. Там, если что, спишемся. Окей, давай. Так у него мой другой, слышу. Твинковый. Давай в Дискорде.